Всем привет, друзья! Вы попали на канал Бананчик, меня зовут Владимир. Я собрал все 6 писем, ну как собрал, не то, что я полностью их всех собрал, да, на третьей неделе, а знаю, где их можно найти. И сейчас я всех их вам покажу, где они находятся. Поеду я на мотоцикле, чтобы не тратить просто мне энергию. У меня не так уж много ее и осталось. Первым делом, куда мы поедем, это бункер Альфа. Там мы найдем, вот, первое письмо вы можете найти рядом с бункером, поднимаем. А второе письмо находится рядом с турелькой, видите, вот, внизу. Забираем его. Теперь мы отправляемся на заправку, и там мы найдем два письма. Первое письмо вы найдете около гаража, вот оно. А второе, вот здесь, его очень хорошо видно, забираем. Теперь нам нужно отправиться на ферму. Там мы найдем пятое письмо. Пятое письмо не так далеко валяется. Вот оно сразу около моста и рядом с машиной. Забираем его. А шестое письмо мы найдем в каменных горах на красной локации. Я нашел шестое письмо. Забираем его. После сбора должна появиться новая локация на глобальной карте. Но у меня она не появится, так как у меня еще не полностью все письма собраны. Последнее письмо я соберу только через 11 часов, потому что мне не хватило одного мозга, чтобы закончить квест «Новогодняя елка». Друзья, на этом я буду заканчивать видео. Кому понравилось, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал и оставляем свои комментарии. И чтобы не пропускать мои новые видосики, прожмякайте колокольчик. И на этом всем пока-пока.